Всем привет! С вами канал Космостар. Лысый, со стеклянным взглядом и словно бы инопланетным голосом, Сергей Дружко, на мой взгляд, самый харизматичный телеведущий из всех, кого я видела и слышала. Его взгляд словно бы гипнотизирует и смешит одновременно. В прошлом году ему исполнилось 55 лет, и за плечами у этого человека судьба полная завихрений. Но он прошел все с достоинством и присущим ему чувством юмора. Сергей Евгеньевич – любимец публики, хороший человек и отзывчивый друг. Мы тут на канале часто сплетничаем про звезд, но есть такие знаменитости, про которых ничего плохого и не скажешь. Вот Дружко – один из таких. 3 ноября 1968 года в Уральске в семье начальника строительного управления и педагога родился Сергей Дружко, будущий друг инопланетян всех мастей, которому суждено было завоевать многотысячную армию поклонников сначала на ТВ, а потом и на просторах YouTube. А ведь первые главы биографии Сергея не намекали на возможную славу. Дружко окончил обычную общеобразовательную школу, после чего перебрался в Ленинград. Сперва юноша поступил в военную академию, но затем увлекся театром и перешел в алгитмик. Обучение пришлось прервать из-за армии. За службу на Байконуре Сергей получил медаль за отличие, но, демобилизовавшись, вернулся в вуз, причем сразу на 4-й курс. Дипломными работами артиста стали пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь» или «Что угодно» и чеховская комедия «Вишневый сад». Почему же большинство знает Дружко не как актера, а в качестве ведущего и героя мемов? Самое время рассказать о его необычном пути. Окончив вуз, Дружко уехал в Англию. Всем нам известно, что в те годы манящая заграница была словно медом намазана, хотя по большому счету там такие же люди и такая же жизнь, еще и стать собственником недвижимости нереально сложно. Дружко не очаровали британские пейзажи. Сергей очень здраво оценил положение дел и вернулся на родину через 1,5 года. Кем он только не работал в тот период – диджеем, организатором театральных представлений, даже сотрудником судебно-медицинской службы. На заре 90-х Сергея потянуло в бизнес. Он управлял сетью магазинов одежды, ну а параллельно выступал на сцене с бардовскими песнями. Затем парень решил получить еще одно образование и поступил на режиссерский факультет в ГИКа. Кроме того, артист снимался в кино, в эпизодах фильмов «Дитя» и «Третий дубль», сериале «Улицы разбитых фонарей». Позднее Дружко засветился в «Убойной силе», «Тайнах следствия» и «Вызове», ну а 9 лет назад получил яркие роли в «Романовых» и «Леснике». Однако поворотным моментом в карьере стало создание программы «Необъяснимо», но факт на ТНТ, превративший Сергея в знатока паранормальных явлений. Почему же успешную передачу закрыли через 3 года? Все когда-нибудь заканчивается. Мы были первыми на телевидении, кто затронул эту тему. Возможно, она могла бы просуществовать еще больше, если бы продюсеры договорились между собой. Как всегда, деньги. Не договорились по деньгам и поэтому разошлись, сетовал Сергей Дружко. Впрочем, любимую тему артист продолжил освещать в программах «Фантастические истории» на РЕН-ТВ и ТВ-3 ведет расследование. Ну а когда зрители подзабыли Дружко, он сумел ворваться в интернет-пространство. Паблики во ВКонтакте монтировали ролики с емкими фразами Сергея, превращая цитаты в мемы. Первый же выпуск Дружко-шоу набрал 7 миллионов просмотров на YouTube. А все потому, что ведущий не боялся посмеяться над собой, с серьезным видом транслируя забавные новости и ища в любом факте признаки мистицизма и заговора. Неудивительно, что на второй волне популярности ведущего пригласили сыграть злодея в клипе «Крем, сода, сердце, лед». Тем временем Сергей и сам стал создавать музыку в жанре так называемых мемных песен. При этом Дружко-шоу перестало выпускать свежие сюжеты, и поклонники было решили, что проект закрылся. Артист пояснил, что программа находится в отпуске, но обязательно вернется. «В конце прошлого года мы пустили в эфир выпуск и попали в книгу рекордов Гиннесса, как единственное шоу на YouTube, которое после 4 лет молчания залетело в тренды. Так что все вернется, когда для этого наступит время. Мемы не отслеживаю, но приглядываю за трендами. Мне интересны реакции людей на тот или иной продукт. Что заходит, что уходит, что опережает свое время», — пояснял артист. Казалось бы, у такого харизматичного мужчины должна была бы удачно сложиться личная жизнь. Но получилось все далеко не сразу.
История первого брака вообще, на мой взгляд, чудовищная. Впервые Сергей женился на Марине Сосненко, причем в свой день рождения, 3 ноября 2005 года. Через год у пары родился сын Евгений, а вот все остальное, что касается семьи, покрыто тайной, в лучших традициях необъяснимо, но факт. Так, ходили слухи, что Марина работала топ-моделью и сотрудничала с европейскими брендами, писала ужастики, встречалась с американским актером Ларри Дрейком и шотландцем Дэвидом О'Хара. Однако информацию о литературной карьере и блистании на подиумах опровергла мама женщины. Дальше еще интереснее. Спустя год после появления на свет наследника супруги разошлись, а Марина лишилась родительских прав и не оспаривала данного решения суда. Как же мать могла отказаться от борьбы за участие в жизни сына? Очевидно, ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем, ведь ни Дружко, ни сама Сосненко не комментировали ситуацию. Евгений остался с папой, ну а Марина продолжила поиски своей судьбы. Как ни странно, внимание бывшей супруги Сергея привлек знаменитый киллер Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша Солдат, приговоренный за 12 убийств к 23 годам заключения в колонии строгого режима. С Лешей мы познакомились по переписке. Я прочитала его «Ликвидатора» и решила написать, поддержать, подбодрить, потому что сквозь строки было видно, как ему нелегко и сколько переживаний и тяжести в его душе. Я написала, он ответил. Это было в конце октября 2015-го, сообщала Марина прессе. В 2016-м влюбленные поженились в липецкой колонии, причем нарядились на свадьбу в гангстеров 30-х годов. Невесту в СМИ называли судмедэкспертом или психиатром из Петербурга, однако журналисты узнали, что нигде в северной столице о таком специалисте не слышали. Очевидно, образ подобрали для пиар-компании книги Алексея, посвященной супруге. Символично, что в финале романа главный герой убивает избранницу. Впрочем, вряд ли Марине что-то угрожало, с учетом, что Шерстобитов выйдет на свободу не раньше 2029 года. Спустя несколько лет, после разрыва с Мариной, Сергей встретил актрису Ольгу Чурсину. Влюбленные поженились, и в 2014 году у них родился сын Платон. Казалось, у супругов масса общего. Вместе они, к примеру, проводили оздоровительные туры, перезагрузка на Бали. Но и этот союз ведущего распался. В компании друзей Дружко познакомился с девушкой по имени Лена. Артист помог блондинке с ремонтом машины, и вскоре приятельские отношения вылились в брак. Третья супруга легко поладила со старшим сыном Сергея, а в 2017-м подарила мужу наследника Мишу. Семья поселилась рядом с музеем-заповедником «Горки Ленинские» в трехэтажном доме дворцового типа, где каждая квартира располагала площадью в 125 квадратов. В роскошных апартаментах мирно сосуществовали два сына ведущего, а вот с третьим все обстояло сложнее. Старший с младшим живут вместе. Между ними благоприятная разница в возрасте, у них разные интересы, поэтому они дружат. Средний сын живет с мамой и с братьями не общается. Словом, вырастут, сами разберутся. Но я бы хотел, чтобы эти парни держались друг друга, отмечал Дружко.